Всем огромный привет, рада всех приветствовать у меня на канале. Сегодня будет потрясающий обзор, посвященный компании Avon. Мы распакуем с вами вот такой вот крутейший просто бьюти-бокс, который пришел мне недавно от компании Avon. И также мы посмотрим все мои запасы парфюмерии, соответственно, тоже от компании Avon. Если вы любите компанию Avon, если вам нравятся мои обзоры, то обязательно поддержите меня лайком, подписывайтесь на канал, чтобы в дальнейшем не пропускать интересные обзоры, ну и, конечно же, пишите свои добрые комментарии. Ну а мы давайте будем начинать смотреть, что у меня здесь лежит вот в такой вот классной просто коробочке. Каталог июня я недаром сюда положила, потому что ту новинку, которую прислала мне компания, она как раз-таки есть в этом каталоге. И сейчас мы все это обсудим, посмотрим, и я дам даже свою оценку, потому что этот бокс мне несколько дней назад привез курьер. Я его сразу же отсняла, у меня была просто куча эмоций, и видео я не стала выкладывать, потому что я решила потестировать эту крутейшую просто новинку. Посмотрите, какое оформление, сколько красивых жемчужин, вот таких вот просто разноцветных, нежных, розово серебряных бусин. Это просто все смотрится настолько нежно и красиво. Данный бокс поднял мне настроение. Спасибо огромное компании Avon за такое отношение, за такой крутейший просто подарок. Желаю компании процветания и чтобы они нас радовали все чаще и чаще своими новинками. В данном боксе у меня лежала брошюра, в которой написано описание на новинку. Это крем с протинолом. Я его уже начала тестировать. И вот такая вот красивая открытка. Ровно 7 лет назад, 19 апреля, вышло первое видео на канале, посвященное распаковке заказа от Avon, которое дало старт карьере, рождение любимой дочери. Постоянные съемки на канале у меня продолжаются, и как вы можете увидеть, Avon я снимаю до сих пор, и эти ролики, они вам нравятся. Ну, давайте будем разговаривать о новинке. Данный крем я хотела сама купить, протестировать, потому что в каталоге сейчас идет акция, спеццена при покупке двух, 839 рублей. Также я хотела еще купить вот такую вот сыворотку. Я так поняла, что это та сыворотка, которую многие любят, просто это идет новая сезонная упаковка. Эту сыворотку я просто обожала, она действительно рабочая. Ну и крем. Крем, конечно, это инновация. Я вообще больше люблю сыворотки, чем крема, но этот крем, он меня поразил. Вот такая вот коробка красивая. Крем у нас идет в стекле. Он такого какого-то телесного цвета. Им приятно пользоваться. Сейчас я покажу, сколько уже я израсходовала, потому что я им пользуюсь уже где-то дня 4. Действительно, данный крем, он просто потрясающий. Он действительно работает великолепно. Кожа более гладкая, морщины разглажены, кожа более увлажненная, структура кожи укреплена, кожа более упругая, барьерные функции усилены, кожа более сияющая. Данный крем я наношу утром и наношу вечером. Он мега быстро впитывается и очень-очень хорошо увлажняет лицо. Как раз на лето это актуально. За счет того, что здесь идет протинол, кожа действительно чувствует себя очень хорошо. Мне понравилась новинка. Сейчас я покажу, как данный крем распределяется. Я его использую вот примерно такое количество, распределяю на лицо и на зону декольте, и вот можно увидеть, что действительно кожа очень-очень увлажненная, и это прям мега впитывание. Если вы не любите тяжелые крема, но вы любите, когда кожа чувствует себя отлично, в данном креме такая вот ненавязчивая, но очень приятная отдушка, им приятно пользоваться. И еще один плюс для меня — это то, что крем не белого цвета, он немножко даже тонирует лицо и делает эффект фотошопа. Буду пользоваться с удовольствием, но сыворотку все-таки я еще прикуплю. Хочется посмотреть, как это будет все работать в паре. Классная новинка. От души рекомендую, если вы хотели
какой-то крем по бюджетной цене и сомневались, покупать, не покупать, я рекомендую все-таки попробовать, потестировать, потому что крем однозначно просто шедевральный и очень-очень классный. Ну и теперь давайте будем смотреть, какие мне нравятся ароматы от компании Avon, какие ароматы я постоянно повторяю, приобретаю и какие ароматы я беру в запас. Начнем с аромата, который, к сожалению, сняли с производства. Очень жалко, что его больше не будет, но я все-таки подзапаслась и купила два таких вот аромата Wonder в запас. Буду с удовольствием просто пользоваться, буду получать комплименты, удовольствие. Это аромат такой вот цитрусово-цветочный, ненавязчивый, но эксклюзивный. Он не похож ни на один аромат, который был когда-либо представлен в компании Avon. Я бы его сравнила с люксовой парфюмерией. Потрясающий, просто потрясающий, классный парфюм. Аромат, который я оценила, который тоже зажег во мне такую вот искру, это The Moment. The Moment для меня пахнет дорогой натуральной лавандой, хотя в пирамиде лаванда не заявлена, но для меня он пахнет лавандой. Также слышала отзывы, что для кого-то он пахнет сиренью, для кого-то он пахнет черемухой, но для меня пахнет лавандой. Классный, тоже взяла в запас. Боюсь, что его, не дай бог, снимут с производства. Продолжаем. Какой бы аромат я обязательно бы имела в запасе, боясь, что его когда-нибудь снимут? Это, конечно же, The Love. The Love я приобретаю с периодичностью где-то раз в 3-4 месяца, потому что у меня флаконы заканчиваются. Вот, кстати, флакон у меня как раз-таки закончился. И уже пошел в пустышки. И поэтому я решила, что нужно срочно закупаться. Сейчас в каталоге акция, можно купить по выгодной цене The Love. Кто любил и любит этот аромат, то рекомендую прикупить. В запас, конечно же. Тоже потрясающая просто парфюмерная вода Persil Silk. К счастью, в июле на него будут скидки. Наконец-таки дождались. И вот я буду закупаться еще Persil Silk, потому что этот я просто экономлю. Хотя у меня один еще есть открытый, но режим экономии у меня включен. Аромат, который я обожаю, конечно же, это Today. У меня целая сотка вот в таком вот подарочном издании хранится, лежит и греет мне душу. Еще один шедевр, это The Monet Collections Wisteria. Какая же это потрясающая просто композиция. К сожалению, взяла только один, но настолько он классный и крутой, что его нужно было брать не один, а побольше. Так, дальше. Дальше аромат. Новинка, новинка весны, это Everlasting, обожаю, люблю, тоже пользуюсь, и в запасик прикупила еще один. Вот такой вот аромат мне приходил в пакете сюрпризе, это Rebel Far Away, сладкий, красивый, интенсивный, комплементарный, оставила, буду, конечно же, с удовольствием пользоваться. Аромат из линейки Artistic, лимитированное издание с розой, я, конечно же, прикупила, потому что его сняли с производства, тоже лежит у меня в запасике. Несколько ароматов у меня мужских, тоже приходили в пакетах сюрпризов, Lucky Me, классно, что они мне попались. И вот как раз-таки аромат, который я впервые получила вот в таком вот боксе от компании Avon, это Far Away Beyond the Moon. И теперь я повторяю, приобретаю, это мега шикарная композиция, данный аромат совсем не похож на линейку Far Away, он нежный, красивый, комплементарный, шлейфовый, такой вот очень, наверное, приземленный, на него, мне кажется,
всегда будет какая-то такая вот направленность, потому что это потрясающая просто композиция, без которой я жить не могу, и которую я взяла в запас, подумываю взять еще один. Вот такой вот аромат мне приходил в пакете сюрпризе, тоже положила в запас, пригодится. И вот еще две миниатюрки, по-моему, они мне тоже приходили в пакете сюрпризе. Faraway Aurora и Rare Flowers Night Orchid. Пока они у меня лежат, но в скорости, конечно, пойдут в использование. Вот такой вот сегодня классный у меня был обзор, позитивный, потрясающий. Кто хотел увидеть мои запасы, посмотрели, кто хотел послушать мое мнение о новинке, вы, конечно же, послушали. Напишите теперь свое мнение, пожалуйста, в комментариях. Может быть, вы уже что-то тестируете, возможно, есть еще какие-то ароматы, которые я упустила, которые нужно обязательно прикупить в запас, потому что их могут тоже снять с производства. Ну, а на этом я буду заканчивать. Еще раз хочу пожелать компании Avon всего самого наилучшего, всем своим зрителям тоже хочу пожелать всех благ, удачи и исполнение всех мечт. Всем пока-пока. До свидания.